Сперва их было 5. Проверку прошли 3, выбрали лишь 1. В Ульяновске избрали нового мэра. Напомним, с 23 июня по 7 августа велся прием документов от кандидатов, а 16 августа состоялся сам конкурс. На его основе комиссия направила в городскую думу 3 претендента – Алексея Егорова, Сергея Кочергина и Дмитрия Вавилина. Все программы были как бы выслушаны внимательно, все кандидаты были допущены по документу, по юридической составляющей. Оценивали понимание всех кандидатов, как юридических, так и взаимоотношения межбюджетные. Перед самой процедурой голосования депутаты заслушали программы по развитию региона от всех 3 кандидатур. В основном акцент сделан на улучшение городской среды и увеличении бюджета. Опыт работы в муниципальной сфере и понимание потребностей населения помогли Дмитрию Вавилину набрать 29 голосов из 30. Для нас это очень важно, чтобы на территории каждого микрорайона города Ульяновска те поручения, которые жители дают, они обязательно выполнялись. По ремонту дворов, по ремонту ливневок, по установке детских спортивных площадок, по инженерной инфраструктуре. Как отметил новый мэр, первые шаги в должности будут в сторону улучшения дворовых территорий и повышения уровня образования. Мы перераспределили средства и дополнительно выделили средства на 25 многоквартирных домов, которые требуют сегодня капитального ремонта, в которых просто-напросто опасно проживать. Сегодня проводятся большие работы по комплексному благоустройству дворов. И вот на все эти направления, конечно же, мы в первую очередь городской командой будем усиливать внимание. Помимо этого, силы будут брошены на модернизацию транспортного обслуживания, привлечение федеральной поддержки и увеличение городских доходов. Александра Никитина и Юрий Конихин. Управда ТВ.